то вы тупо съемку сольете. Вот эта секунда, это как будто вечность. Ну, как бы ладно, окей, оставим. Ну, и знаете, вот эта еще тема заказчиков. Ну, вы же там на обработке что-нибудь с этим сделаете. Вот не соглашайтесь на эту фигню. Ребят, понять и простить. Сломался жесткий диск. Ребят, всем привет, меня зовут Лиза, фэшн-фотограф, снимаю для брендов, блогеров и недели моды, и сегодня будет честное видео про факапы на съемках. Вы часто мне пишете в комментариях о том, что вы просто обожаете мои влоги за то, что я показываю весь закадровый процесс, включая вот такие какие-то, знаете, нюансы на съемках, когда что-то пошло не так, суета, сразу принимание каких-то решений, и мне кажется, будет очень интересно вот так, знаете, в формате одного видео послушать прям вырезки нескольких съемок, что пошло не так. Поскольку это немного новая рубрика на моем, так скажем, канале, я хочу, чтобы вы в комментариях после просмотра написали, как вам она, и если будет такой формат интересен и актуален для вас, то я буду снимать его чаще, потому что с моим опытом работы реально очень много таких историй. Итак, первая ситуация — это то, как мы облажались на съемке именно потому, что мы просчитались с таймингом. Короче, рассказываю. У нас, значит, была съемка, мы делали творческую съемку, я ее делала в рамках вот начала YouTube канала, и я, соответственно, брала коммерческого видеографа, а все остальные участники команды работали на творческой основе. Представьте ситуацию, значит, заранее мы согласовываем тайминг, согласовываем модель, прическу, полные просто референсы, все как бы идет классно, я беру свет в аренду, я хотела снимать такой глянцевый стрит, это стрит-съемка, вот, и, соответственно, приезжаем на локацию, обычно я приезжаю на сборы чуть-чуть позже их начала, то есть я приезжаю уже, где, знаете, там визажист закончил там основу делать, да, там нюд какой-то, и уже рисует какие-нибудь, может быть, графичные стрелки, или там начинается прическа, ну вот, скажем, немножко под конец этих сборов, и вот я еду на эту съемку, команда уже собирается в этот момент, и мне приходит сообщение, что они не успевают абсолютно. Какие возникли сложности? Смотрите, у нас была афромодель, и у нее такие пышные, вот настоящие, знаете, свои такие волосы, и у нас была супер гениальная задумка сделать такие вот, как вот афрокосички, знаете, вот прям полностью, вот я приложу сюда фотографии, чтобы было понятно, насколько это кропотливая работа. И на момент согласования этих референсов, да, заранее, стилист по волосам не учитывал фактор того, сколько он это будет делать, и то, что он это делал в первый раз в жизни. И, короче, какая ситуация произошла? Команда начала это все собирать, во-первых, оказалось, что визажист не может работать вместе со стилистом по волосам, потому что неудобное положение головы во время заплетания этих косичек, и визажисту было сложно в это время красить. Соответственно, тайминг уже сбивается, двигается на 2 часа, там, да, там, ну, на час. Вот, то есть 2 раза он увеличивается, и, как оказалось, что вместо того, чтобы мы думали, что прическа будет делаться час, она делалась 3 часа. В чем, как бы, сложность? Казалось бы, да, мы собираемся в салоне красоты, все, как бы, красиво, вот тебе кофе, вот тебе, там, доставку еды можешь заказать, никто никуда не торопился, все нормально. Но здесь есть обратная сторона. Вот почему я начала, например, рассказывать вам про видеографа в начале, потому что я ему, ну, сказала, да, приезжай к такому-то времени. Видеограф приезжает на съемку, чтобы также подснять сборы, как это все происходит, и потом мы должны уже пойти на саму эту локацию. И происходит такое, что приезжает видеограф, подснимает сборы, оказывается, что тайминг сдвигается на 3 часа, то есть работа видеографа должна мной оплачиваться в трехкратном, так скажем, размере, если там, ну, почасовая, да, оплата. То есть мне эти 3 часа нужно ему возместить, понятно, коммерчески это его время. Это первая ситуация. Вторая ситуация, что мы сидим и понимаем, что из-за того, что у нас идет сдвиг тайминга на 3 часа, то, когда мы выйдем на улицу, уже начнет вот такие, знаете, сумерки будут. И в это время, это отвратительное время для съемки бэкстейджа, потому что если ты заранее понимаешь, что я хочу снимать ночью, ты возьмешь какой-то постоянный свет для того, чтобы это все подсветить и было красиво, прям качественная картинка. Или если ты снимаешь естественным светом, понятно, что идет классное заполнение, и как бы сама картинка выглядит хорошей. Но в момент вот этих сумерок, и когда у тебя нет с собой света, и ты как бы не рассчитывал снимать в такой полумрак, то происходит то, что на кадрах появляется дикий шум. Я говорю именно про видеосъемку, и тут такой момент, что получается, что видеограф, который должен был снимать классные, качественные видео вот для моего YouTube, а я очень сильно люблю именно качественную картинку, и мне было важно, чтобы все было красиво. В итоге у нас происходит такая ситуация, что все бэкстейджи в таком диком шуме, и когда я просто на съемке это поняла, я была без
безумно расстроена, потому что я, ну, переживала перед созданием канала и вот этой всей истории. Вот, и я потом на обработке, я офигела все это выправлять, все это коррекции. Я монтирую видео свои Final Cut на компе. Вот, и я там детально, там цвет, пыталась что-то выправить, там из этого отвратительного желтого, когда включили фонари, от этих безумных скачков, когда там едут машины, вот этот вот весь шум, пыталась где-то что-то в ЧБ перевести, чтобы более, так скажем, киношно хотя бы смотрелось. То есть я прям обалдела на обработке, вот этот постпродакшн, видео, цвета, коррекции, а я, ну, не супер сильна в этой истории, потому что у меня есть навыки монтажа, понятно, но я там отдельно курс по видеомонтажу даже проходила, но сам факт того, что у нас исходники были некачественные, это, конечно, прям провал. Вот, это как бы первая проблема с этой историей. Вторая проблема, конечно же, что хотелось сделать такой, скажем, глянцевый стрит, то есть снимать хотелось днем, но при этом я взяла с собой на камерную вспышку, и это нас как бы потом впоследствии в итоге спасло. Вот, но изначально задумка была снимать глянцевый стрит именно днем, то есть я хотела снимать при обычном свете, просто светить дополнительно вспышкой, чтобы был такой, знаете, прям, ну, реально глянец, я обожаю этот эффект. Вот, и в итоге все пошло также не по плану, из-за того, что были уже сумерки, в итоге, да, было принято решение, конечно, делать а-ля ночной стрит, потому что так картинки выглядят глянцевые и вкусные, как снимали, да, если сразу кому интересно, это стойка, сверху накамерная вспышка, у меня в фотоаппарате синхронизатор, все это направляется сбоку вот так под углом на модель, и просто работа, как, знаете, в студии с импульсным источником, то есть ты его двигаешь, меняешь мощность в зависимости от расположения вспышки к лицу модели, и все. То есть сами кадры получились клевые. Ну вот я тут тоже приложу вам пару картинок, можете посмотреть. С учетом того, что у нас был сдвинут тайминг и вообще все пошло не по плану, как бы окей. Но из таких, знаете, вот прям реально проблем, это некачественные бэки, то, что мы сдвинули тайминг, и помимо некачественных бэков, у нас получилось очень сильно маленькое количество времени на каждый образ. То есть если заранее мы там закладывали, ну, хотя бы полчаса на каждый образ, тут у нас было минут, наверное, по 15 от силы, потому что всей команде уже надо было там уезжать, это было уже достаточно поздно, и никто не планировал, что съемка настолько затянется. И это вот на самом деле большая проблема в творческих съемках, когда что-то идет не так, вы с командой что-то делаете первый раз, например, стилист по волосам первый раз заплетал вот эти косы, и он понятия не имел, да, сколько он это будет делать. Но вот такая ситуация сложилась, и ужасно, что мы узнали это прям, знаете, вот прям вот сейчас, в моменте. Ну и плюс надо осознавать, что пока у вас 3 часа модель сидела в этом гримерном кресле, она все равно устает. Ибо дома она, так скажем, не супер себя свободно чувствует перед камерой, потому что все равно есть усталость, и, как правило, это видно становится, ну вот хотя бы по чуть-чуть нарастающий. Знаете, вот сейчас будет классный пример, когда снимаешь каталог, и вначале все такие живые, все классно, все легко, и вот у вас уже там 7-й съемочный час, и ты просто уже модель там уже на этих каблуках стоять не может, фотограф уже там просто еле-еле снимает, уже все вот так вот плывет в глазах, вот. И, грубо говоря, если долгие сборы, вот такое и происходит. То есть в идеале тогда собрались, перекусили и только потом начали снимать, хотя бы немножко переключиться. Соответственно, вот такая история. Это первая ситуация, которую вот я хотела с вами поделиться. Кстати, если вы хотите посмотреть, как глобально проходила эта съемка, то, конечно, это видео есть на канале, можете посмотреть, что я там в итоге из этих бэкстейджев сделала. И дополнительно я все равно в итоге сняла апартаменты для того, чтобы записать, прям вот так же сесть и разговорно объяснить, что как происходило от создания там мудборда до вот такой ситуации, почему, как и что. То есть, кому интересно, отдельное видео, пожалуйста, смотрите, пишите там комментарии и так далее. Вот, едем дальше, сразу поделюсь второй ситуацией, это тоже, знаете, такая выходящая история. У меня была коммерческая съемка, я ездила из Петербурга в Москву, меня пригласил бренд на съемку линз, цветные линзы. Приезжаю я на съемку, приходит модель, а она такая, знаете, немножко была расстроенная, потому что у модели есть такая штука, когда очень долго модель снимается, все равно есть видение также, какая прическа сейчас, например, более актуальная, какой макияж более актуальный, что ей идет, как она выглядит в зеркале, она же это все так же видит, и когда модель приходит, такая встает на вот этот тест света, такая более как бы грустная, а не просто такая на позитиве, понятно, что что-то визажист или стилист по волосам сделал не так. Вот, я делаю, соответственно, тестовый кадр, мы с заказчиком смотрим на компьютер, подходит модель, мы все на это все смотрим, понимаем, что у нас дикая катастрофа с волосами. Вот настолько катастрофа, как будто она не то, что сама делала эту укладку, а как будто ее сделали там уже там 10 часов назад, она попала под сильный дождь,
что у нее все это раскрутилось, непонятно как, все это прилизано, и с этим снимать нельзя. К сожалению, с волосами есть такая тема, что если укладка сделана уже как-то была, и при этом использовалось большое количество каких-то стайлинговых средств, то ее потом очень сложно переделать. То есть, если условно у вас были кудри, все, что вы можете сделать, это либо полностью выпрямить, но есть тогда риск, что это вообще прилижется, и она будет прям такой соплями вот так вот это все ляжет, еще будет жирной как будто голова, вот, либо тогда все это зализывать. Вот знаете, зализывать — это беспроигрышный вариант. И мы, соответственно, решили делать такой вот гладкий в итоге потом пучок для того, чтобы прям, ну хоть что-то, да, то есть почему важно было это учитывать на съемке, почему мы не могли согласиться на то, что есть, из-за того, что это линзы. Представляете, вот кадры, да, которые продают линзы, конечно, это в основном портреты, либо совсем близкий кадр. И, конечно, волосы здесь очень важную часть играют, потому что ты смотришь на кадр, и, конечно, ты должен видеть первым сразу же делом линзы. Ты же их продаешь, и идеальная съемка, когда человек смотрит сразу на кадр и понимает, что вот линзы, я хочу их купить, я хочу их рассмотреть. Да, то есть они так, что, блин, какие-то волосы странные, какая-то волосина торчит, как-то вот эта укладка, типа, ну, то есть, что это? То есть не должно быть такого вообще, особенно если снимать какую-то рекламную съемку, это прям все, крах, надо переделывать. Потому что иначе это может все перерасти в то, что вы тупо съемку сольете. Если вы в моменте такие... Ну, как бы, ладно, окей, оставим. Ну, и знаете, вот это еще тема заказчиков. Ну, вы же там на обработке что-нибудь с этим сделаете. Вот не соглашайтесь на эту фигню, потому что потом с вас будут спрашивать, что кадры не очень. И тут я прям вот топлю и всем говорю, что лучше сразу же в моменте переделать. Также, да, я всегда почему снимаю в компьютер. Все это приблизить, все посмотреть, там, макияж, нигде ничего там не вылезает. Там стрелка, не знаю, поехала, румяна недостаточно сильные. Схема света там съехала, как-то больше что-то пересвечивает, чтобы это все прям посмотреть, в идеале еще какой-то быстро даже цветкор накинуть, чтобы это прям заказчик, знаете, смотрит такой, да, оно, он ходит, кайфует, что все классно, все это работает, команда слаженно работает, и у него больше кайфа от самого процесса, то есть нету стресса, и к вам он с большей вероятностью вернется, потому что ему было комфортно как в процессе съемки, так, соответственно, и от результата, потому что он его видел на площадке, вы все докрутили так, как ему нравится, конечно, результат ему понравится. Вот, и в это время, ну, как бы я всегда предлагаю заказчику, что можно поделать, пока вот такой вот, ну, случился казус, да, то есть у нас пошел съемочный процесс, модель встала, фигово, мы отправили переделывать, и, соответственно, я так и говорю, давайте вот я там пока предметку, например, поснимаю, это же линзы, то есть и можно там по-разному там и те же самые коробочки выложить, там, раствор для линз. Вот, я начинаю это снимать, просто чтобы занять время, и у них были хоть какие-то кадры, именно там, допустим, хотя бы предметные. Вот. И это, кстати, всегда заказчики отмечают как плюсик фотографу для того, чтобы не просто он там, знаете, сел, ну все, я пойду-ка попью кофе. Вот, то есть я больше немножко за такой подход. Вот. Кстати, спойлер с этой съемки. У нас были условия о том, что я им делаю цветокоррекцию, и они из них выбирают, из этих кадров, кадры для детальной ретуши. И прикольно, что им надо было выбрать там порядка 50, по-моему, договаривались кадров. В итоге они мне присылают сообщение, говорят, Лиза, столько крутых фоток, мы пока отобрали там 3 сотни кадров, еще будем сокращать. Вот, то есть они, ну вот, это очень крутой показатель съемки. Вот, соответственно, такой момент, что случился, да, факап на съемке, то есть не от моей стороны, так скажем, а вот косяк со стороны визажиста, что она просто очень фигово сделала волосы. Кому интересно в подробности это посмотреть, конечно же, я сделала для вас большой влог про эту съемку, прям про поездку в Москву, как это все происходит, когда ты фотограф едет в какой-то вот такой вот тур в другой город для того, чтобы это все отснять, когда бренд тебя вызывает из твоего города, вот, там все тебе оплачивает, это очень прикольно, смотрите обязательно, влог есть на канале. Поехали дальше, давайте парочку вам историй расскажу о том, где вот накосячила реально я. Тут прям, знаете, ребят, понять и простить, ну, у всех бывает, делюсь, честно делюсь. Первая история, когда я снимала съемку в движении, типа уличную съемку, модель, значит, у меня там ходила, вот, я по неопытности, то есть сейчас-то я главный стрит-стайл-фотограф недели моды на минуточку в Питере, то есть вы понимаете, да, уровень того, как я снимаю на улице сейчас, но с чего все это начиналось, то, что никто не знает, у меня была коммерческая съемка, очень большая, по тем временам это прям была очень дорогая съемка, там я только начинала снимать, и у меня, знаете, вот, по-моему, мне заплатило 1000, наверное, 30 за одну съемку,
съемку, там несколько было часов, но для меня в моменте тогда это были прям большие деньги за съемку, я прям просто, я переживала очень, чтобы ничего не налажать на этой съемке. Там была часть студийная и часть на улице, и мы с этой девушкой, значит, перемещаемся на локацию на улице, и история в том, что она очень много хотела сделать стритовских кадров, то есть, ну, простыми словами, кадров движений, какие-то такие, как все на улице в целом обычно и проходит, то есть там в сумку заглянула, в сторону посмотрела, пару шагов сделала, там через пешеходный переход перешла, ну вот, короче. И в итоге я по неопытности тогда не знала, что если ты делаешь серийную съемку при шаге модели, этого недостаточно, нужно еще зайти в настройки, запоминаем, кто не знал, и переключить точку фокусировки на фокусирование на движущемся объекте. Тогда количество кадров, когда она идет, у вас будет практически все в резкости. Если вы все правильно поймаете фокус, и он у вас будет держаться, а не каждый раз слетать, то все кадры, когда у вас модель делает шаг, будут в резкости. Потому что у меня случилась вот такая вот проблема, что я вообще понятия не имела о том, что такое есть в камере. Вот, я этого не сделала, соответственно, что произошло? Очень много крутых кадров было слито в мусорку, потому что они были без фокуса. Вот, то есть можно там, да, какие-то отобрать и сказать, что я так вижу, пусть будет у меня без фокуса, но очень много кадров было без фокуса, что было безумно обидно. Еще у меня с ней были условия, что я ей пришлю все исходники. Я отобрала, понятно, большую часть прямо от плохих совсем кадров, где там, не знаю, рука вот так как-то пошла, ну и также отправляла ей, которые я потенциально сразу видела, что без фокуса, и у нее, ну, впечатление о съемке, конечно, ухудшилось, и я больше с ней не работала, к сожалению, хотя я сейчас понимаю, что как бы, ну, мой косяк и так далее, ну, то есть, что сейчас этого уже нету, давно нету, я сейчас потрясающе снимаю, но вначале вот такая история была. Вот, в итоге мы там договорились, понятно, там я ей там и скидку сделала какую-то за свой косяк, и там фотографии больше в ретуши отдала, то есть, ну, как бы я вышла из этой ситуации нормально, но все равно есть вот такой осадочек, что накосячила, вот как бы, ну, вот так. А потом, если, опять же, да, про свои косяки, давайте еще что-нибудь расскажу. Был случай, например, когда я снимала съемку для бренда, и мы снимали не на циклораме, то есть, знаете, когда у тебя там ноутбук стоит там на столе, ты вот это все снимаешь, спокойненько подходишь к ноутбуку, все смотришь, ну, вот как, условно, с линзами, да, сейчас я вот вам рассказывала, это была студийная съемка. А на этой съемке это было, мы перемещались в интерьерной фотостудии, и ноут я поставила на такую некую табуретку, наверное, да, там просто, ну, как ступеньки такие были, подставочку, больше некуда было поставить, пришлось на такую штуку поставить. Он небольшой был, табурет, и, соответственно, у меня еще, представляете, ноутбук, в нем там засунут жесткий диск внешний, вот, плюс я там провод у меня этот, плюс там зарядка, ноутбук заряжается, и вот это все мне надо было по студии перемещать. И какая ситуация случилась? Короче, знаете, вот эти последние 5 минут на съемке, когда тебе нужно там сразу просто турбо-режим включить и сделать все нереально быстро, быстрее-быстрее, мы же должны всю съемку отработать, быстрее все это отснять. И, конечно, в такой ситуации очень сильно много зависит от фотографа, потому что суета начинается, быстрее хочется еще больше-больше отснять, кажется, что все фигня, то, что ты до этого снимал, хочу все резко снять за эти 5 минут. И тут случился такой момент, что ты забываешь о том, что у тебя есть там на площадке стилист, что ты можешь там его крикнуть, чтобы он там подошел, все это поправил. И я начинаю в этой суете подбегать к модели, и, знаете, вот там, ну, я вижу условно, да, мы продаем бренд одежды, вот там складка вот такая, конечно же, я ее поправлю, то есть у меня наметан глаз, что я вижу вот проблему не только, что там, чтобы у меня модель красивая была, но еще вот такие детали. Это, кстати, если вы не делаете это на съемке, прям обязательно смотрите на весь кадр полностью. Вот, и я подбегать начинаю к ней постоянно, у меня тут целая просто агрегат всей этой техники, и что происходит? Я в какой-то момент из-за вот этой спешки и такой рваной работы задеваю свой ноутбук, у меня это все падает, смотрю на это, и вот, знаете, ситуация, когда у тебя вот эта секунда, это как будто вечность, в голове резкий шум, я поднимаю ноутбук первым делом, смотрю, он нормальный, то есть он мне там не разбился, экран, ничего не случилось, выдыхаю, и я слышу, что есть вот такой вот тик-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 тик. Я просто думаю, о нет. Я беру внешний жесткий диск. Вы представляете, что такое у фотографа внешний жесткий диск? Это просто, это, не знаю, миллионы долларов сравнимы вот с этой штучкой. Потому что все съемки, все какие-то проекты, все там. Вся съемка
которое происходило сейчас, все там. Я беру этот диск, он делает ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, вот такой звук. Я переживаю, мне сразу вот кидает в жар, в это все, конечно, команда такая стоит рядом, на все это смотрит. Я вставляю ноутбук, включаю снова капчер, вставляю диск в ноутбук, смотрю, и у меня сломался жесткий диск. Я смотрю на это все, понимаю, что у меня, ну, ситуация не очень. То есть из-за спешки в самом конце съемки, это съемка для бренда, это значит, что огромное количество подрядчиков на съемке, это огромное время на съемки там и студии, и сборы оплачены, и моделей, и визажистов, и в модельное время, и моя работа. У заказчика огромный бюджет слит. И в итоге, в конце съемки, я роняю внешний жесткий диск. И все это идет просто в мусорку. Потому что, как оказалось потом, я, конечно же, с этим всем, в сервис, в один, во второй, там, в третий, мне везде говорят, что если мы возьмем это на даже экспертизу, во-первых, это долго, во-вторых, мы сможем восстановить какую-то часть только кадров ваших. И если мы начнем это делать, не факт, что вообще это там именно эта съемка будет. Вот, и понимаете, здесь такой момент стоит, вот прям вопрос, что делать, как бы, ну, и я принимаю решение взять на себя все расходы с этой съемки, полностью провести ее заново, оплачивая и студию, и работу моделей, и визажистов, и никакую оплату не... чтобы мне ничего, в общем, не платили, а наоборот вложилась полностью в это я, потому что я вот так подвела всю команду из-за вот своей вот этой суетливости в конце съемки. Конечно же, опыт, и теперь такого со мной никогда не происходит. Я очень тщательно стараюсь все в спокойствии. То есть даже если какие-то вот фатальные ситуации происходят, я такая, все спокойно, сейчас мы все решим. Вот, то есть у меня нету этой суеты, потому что, ну, во-первых, это огромные денежные потери, огромный стресс моральный, потому что ты, ну, подвел команду, у тебя весь нафиг жесткий диск стерся, там другие проекты, все, то есть там очень много информации, он, по-моему, был там то ли на 1 терабайт, то ли на 2, ну, то есть представляете, да, количество информации, которая там хранилась, безумно жалко, безумно вот прям плохо от этого всего, я долго от этого отходила, вот, плюс бренд был классный, то есть понятно, что мы с ним больше, например, не работали, вот, ну, то есть вот такая история случилась, и чему научила быть более такой размеренной на съемке, именно в конце, и не включать вот эту дикую суету, потому что из этих 5 минут, которые вы там начали все это торопиться, еще что-то, ну, навряд ли какие-то кадры прям будут супер хорошими, да, там, может быть, 1-2, но если мы сравним все затраты на съемку и вот эту историю, которая произошла, и то, что нужно все переснимать, сдвигать тайминги выхода там коллекции, например, у бренда, и вот это все, конечно же, ну, 3 кадра того не стоит. Вот, так что мой вам совет, не суетитесь на съемке, даже если зашел администратор и сказал, что это последние там 5 минут, и вам надо быстрее, и вы даже понимаете, что вы там что-то не отсняли, лучше там попросите либо продлить зал, часто в студиях идут навстречу, хотя бы дают там не час аренды, а полчаса, то есть договоритесь, вот, и не делайте так, как я в этот момент, просто пожалуйста, потому что офигел я тогда знатно, то есть мне даже не так было сложно за это все заплатить, как морально это все пережить, потому что, ну, во-первых, вы представляете, да, то есть ты идешь в сервис в надежде, что хотя бы это как-то восстановят, это твой огромнейший косяк, потому что ты подвел всю команду, причем была съемка классная, как правило, ну, прям такие же кадры ты, конечно, не можешь повторить, то же самое все это собрать, ты делаешь приближенный к тому, что было, и плюс обидно, что заказчику все нравилось, ну, в общем, косяк это серьезный косяк, поэтому вот делюсь с вами, чтобы вы учитывали, что такое может быть, и этого не совершали. Вот, наверное, на этом мы с вами сегодня остановимся, на такой серьезной ноте. И если вам будет, пожалуйста, напишите в комментариях, хотите ли вы еще от меня таких классных историй, честных историй, потому что у меня их много, и не хочу выдавать это все вот так вот в 10-часовом вам видео, чтобы просто было емко, коротко, и каждый из вас уходил с какими-то некими инсайтами, что ли, то есть с моим опытом, вот с такими ситуациями.
напишите в комментариях, если вам хочется узнать еще больше про такие штучки, я буду рада вашей обратной связи, потому что, ну, сейчас YouTube как бы то закрыт, то открыт, и все равно видео набирает меньше просмотров, поэтому мне как никогда нужна ваша поддержка для того, чтобы я это все больше делала, особенно если вам понравилась эта рубрика. Конечно же, Instagram, Telegram, все ссылки по описании. Кто хочет от меня там обучение, еще что-то, также по ссылке внизу, все вас будет ждать. Вот. Ну, а я была рада с вами видеться. До новых встреч в новых роликах. Пока!